Всем привет! Коронавирус. Обстановка в Бельгии. Карантин начался 13 марта и закончится 3 апреля официально. Инфицировано на вчерашний день, 26 марта 2020 года, 6235 человек. 3880 случаев, 62% зарегистрированного в Фландрии, 1490, 24% в Валонии, 709 случаев, 11% в Брюсселе. Данных нет на 156 случаев, 3%. Легче сказать, что открыто. Продовольственные магазины, аптеки, почта, магазины товары для животных, газетные магазины. Стройки работают. В первые дни карантина разобрали дешевые макароны, туалетную бумагу. Сейчас эти товары появляются на полках. Не было молока и яиц. Еще один секретный продукт пропал с полок. Мука. И так не везде появился. Так что у кого карантины еще впереди, запасайтесь не только туалетной бумагой, но и мукой. В аптеках нет масок, дезинфекции для рук. В магазинах продавцы в масках и перчатках пускают определенное количество человек. Один человек по тележке. Сократил работу общественный транспорт, то есть днем он почти не работает. Естественно, закрыты школы, парки. Сначала рестораны, кафе продавали на вынос, теперь это прикрыли. Закрыты магазины одежды, остается сидеть дома и смотреть телевизор. Хорошо, что есть YouTube. Скрашивают жизнь редкие походы в продовольственные магазины. Улицы опустели, больше двух нельзя собираться. Ну вот и все. Такое было невеселое видео. И пока-пока. Берегите себя и своих близких. До встречи.